Здравствуйте, народ. Я понимаю, что сейчас многие скажут: чё, какого хрена ты играешь в снайпер, ужасную часть Ghost Warrior 2, которая короткая, и мультиплеер практически никто не гоняет, но на вкус и цвет захотел поиграть, поэтому кому не нравится, могут идти другие искать стримы, видео в Ютубе. А с вами Казуку Фэмили. Присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки, делайте чаёчек, кофеёчек. А мы погнали проходить дополнение сначала, которое является прологом к оригинальной игре, а потом оригинальную игру. Да, я знаю, что это трэш, но хочется поиграть, оставить на канале и познакомить вас тот, кто не будет играть. Сразу скажу, что игра будет в загрузках тормозить, фризить будет в некоторых моментах в игре, но это не оптимизирован, по сути, движок. Многие на форумах жаловались, что даже на топовом железе она тормозила. Так что то, что у меня даже слабая карта, это еще не значит, что из-за моей слабой карты игра подфризивает. Так что я и так сделал низкий графон, смотрится более-менее, вот, но сюжетку пройти хочу, так что присаживайтесь поудобней, а мы погнали, короче, вот. Новая игра, да, новичок, да, там еще надо с кнопками разобраться, какие жать. Ладно, думаю, разберемся. Полный вперед. Андерсон, время поджимает. Так что давай побыстрее. Как ты знаешь, наши источники сообщили группе 121 о проблемах в России. Эта история вроде каждый месяц повторяется, нет? Теперь все серьезнее. В российской армии есть подразделения исследования и разработки оружия, техника, ИИ, авионика для беспилотников, возможно, ОМП. Какого рода? Это мы и хотели узнать. Центр спецопераций заслал к ним агента под видом лаборанта, чтобы тот проник на научную базу города-призрака, расположенную в Сибири в Берсовике, и собрал разведданные. Было предпринято все возможное, чтобы его не раскрыли. Это агент МДС, кодовое имя Грейхаунд. Он был наблюдателем от ЦРУ в операции в Сараево. Я помню. Мы потеряли с ним связь 72 часа назад. Ты отправляешься один. Это политически тонкий момент, так что никаких ресурсов тебе не предоставят. Иными словами, если тебя поймают... Вы не будете прикрывать мою задницу, я понимаю. Засеки сигнал Диаса, оцени ущерб и достань разведданные. Если получится, и его прихвати. Выполняю. Погнали. Юниформ, я у зоны выброски, готовлюсь к сбросу. Не могу двигаться дальше, Сэндман, скоро начнется буран, нужно отходить. Понял, дальше я сам. Груз доставлен, удачной охоты. Сэндман, за этой отметкой не будет радиосвязи. Операция «Сибирский удар» началась. Конец связи. И вновь продолжается бой. Так, очень странно, что тут как-то жутковато. В некоторых моментах просто задувает. Непонятно почему. Но надеюсь, дальше все будет чики-пуки. Посмотрим. Это, наверное, все из-за снега. Так. Кругом открытая местность. Посмотрим, что у нас тут.
этим делать. Третьего я что ли там не заметил, что ли? Вот же третий типа. Странно. А не, обнаружено. И это хорошо. Текс. Окей. Они оба туда идут, да? Понятненько. Будем знать. А нет, это мы идем. Они успели. Те что-то подозревали. Походу, да? Что там вверх, что ли? А, нет, не по трубе. Мне показалось. Thank you.
Так. Ага, внизу кто-то идет. Спуститься нам точно уже можно. Ага. В смысле? Капец. Так, а как мне... А что-нибудь... Не, не стояло? Это хорошо. Сейчас я кое-что попытаюсь сделать и посмотреть, как это изменится, и вернусь. Не прощаемся. Народ, мы снова с вами. Я хотел проверить, как будет в автономном режиме работать игра. По-моему, лучше. Не так сильно нагрузка. Вот. Да, по-моему, чуть-чуть лучше стало в автономном режиме. По-моему. Не понял последнее. Повтори. Я в укрытии. Ты меня слышишь? Ответь! Там все сплочились, что ли, против меня? Не понял последнее. Повтори. Ты меня слышишь? Ответь! Кто-нибудь что-то видит? Вон там! Замечу на цель! Чё за... Противник! Огонь! Исчез из видимости! Повтори! Ты меня слышишь? Ответь! Всё. Больше патронов нету. Почему у трупов нельзя ничего подбирать? Чё за хрень? Как мне, по-вашему, это дополнение проходить? Жопой? Вон там! Замечена цель! Вы шутите?
Офигенная тактика просто. Я хотя бы того хрена убью. Последнего, кто бежит сюда, нет? Ладно, похрен. Чё, и тут патронов ни хрена не будет? Да ладно. Не может быть. В смысле? Матрешку собирать? Гениально. А к чему патроны? Вопрос. Ладно, валим. Чё это? Там туда. Можно типа забраться, нет? Нет. А мне кажется, можно. Это типа мы, что ли? Чё-то ничего не пойму. Почему 0 патронов? Это вообще какая-то хрень. Серьезно? А дальше чё? Ты спрятал тела? Тела унесли. Всего один патруль на районе. Можно было бы подумать, что сверхсекретный правительственный объект будет упакован получше, верно? Это внешний периметр. Судя по отчетам поступающих в день, вооруженные силы... Замечена угроза! Блин, да вы гоните, как это проходить? Ищите вспышку! Бред какой-то. В смысле, а как я зачищу? Чё за глюк? Я же типа патроны в тот раз подбирал. Вы гоните? А ну-ка, подожди-ка. Чё за фигня? Не пойму. Я же там патроны, типа, находил. Чё за бред? То, что две аптечки, это понятно. А как я зачищу территорию, когда патронов практически нафиг не было? А тут вообще есть нож, мне интересно.
Тихое убийство, Е, рукопашка. Это понятно. Без патронов я вообще ему ничего сделать не смогу. А второй куда смотрит? Да. Серьезно? Это рукопашка? Окей, хорошо. Если это рукопашка, а где мне еще у вас патроны брать, я не пойму. Если у меня вообще патроны нафиг закончились. Да, я, конечно, думал, что трешовая игра, но не настолько. Что за прикол? Да, весело. Только вопрос, а к чему были тогда патроны? Когда я подобрал патроны, я не понимаю, к чему они подобрались. Я ж нифига не смогу пройти, знаю, что тут хлам вообще был. Это получается, можно было вообще тех не валить нахрен. Тут тупик. Не понял последнее. Повтори. Ты меня слышишь? Ответь. Или реально заново начать и всех просто таким образом повалить. Нет, он туда не заберется. У меня просто не будет возможности всех завалить. Я, конечно, думал, что дополнение там типа в таком плане, что вот. Но я не думал, что настолько все плохо. Пипец. Клёво. Я еще и не туда прыгнул нафиг. Да, весело в кавычках.
спрятал тела. Всего один патруль на районе. Можно было бы подумать, что сверхсекретный правительственный объект будет упакован получше, верно? Это внешний периметр. Судя по отчетам поступающих вещей, вооруженные... Ха, они и так заканчивают, что ли, диалог, я не пойму. Весело. Вражеский снайпер! У нас гости! Ну давай, гости, гости. Давай, иди сюда нахер. Снайпер! Вон там, заметьте на цель! Не вижу его! Да это сказал. Да. Лежит автомат, нельзя взять автомат. Я в шоке. Просто. Капец, вы серьезно? А где мне патроны брать? Патронов вообще ни хера нету. Я просто в шоке. Что мне делать? Чёрт, там так! Ну давай. Замечены враги! Капец, я даже никого... Как это, блин, работает? Чё, блин? Чё это за прикол? Это что, типа анимация стала, что ли? И как мне до этого чудика добраться? Прекрасно. Да ёпперсете. Ребят, спасибо, я как бы понимаю, но... У меня есть одна проблема. В натуре надо было на этих кренделей патроны оставить. Тут реально все закрыто. Чё делать-то, мать? Твою. Вы издеваетесь?
Чё за фигня? Как это работает? Просто обосраться. А так все и должно работать или нет? Я в шоке. Я первый раз вижу такую нахер ограниченность. Это реально обосраться. Даже ящиков для амуниции нет. Офигеть. Они даже ничего дали попрятать, чтобы... Ух, тяжко. Я сейчас проверю кое-что и к вам вернусь, дорогие друзья. В общем, я не знаю, что был за глюк, но когда я перезапустил миссию по новой, патроны появились. Но в любом случае будем их экономить, потому что тратить на всех патроны — это такое себе. Но я первый раз реально что-то прифигел, типа, что за фигня? Патрон, чтобы не было, ну это реально бред. Там, да? Один чувак или сколько? Да, там остальные сполошутся. Надо выше подняться. Так, одного урода мы того видим, да? Вот он. Готов. Так, а где же остальные? Давай. Все. Ну вот и хорошо. Так.
где последний? Дальше чё? Понятно, дальше чё? Эта хрень доступна становится. Да. Окей. Ну, по крайней мере, это лучше, чем вообще ничего. Хоть какое-то продвижение нафиг. А то вы вообще бы хрен продвинулись. Оригинал не такой, конечно, хардкорный, но получше дополнение уж точно. А дополнение такое себе. Стелсовая. Вы кто? Эй, я с вами говорю! Кто вас пустил? Заткнись и слушай внимательно. Я могу продолжать весь день, так что хорошо подумай, что сказать, прежде чем открыть рот. Что тут происходит? Почему вся тяжелая техника на научной станции? Мы собирались погрузить патоген на тополь и вывести под видом военного конвоя, но... Чья санкция? Россия давно подписала конвенцию о запрещении биооружия. Вы правда думаете, что правительство хочет уничтожить это оружие или использовать его? Хватит нести чушь. Скажи мне то, что я хочу знать, или я запихну это тебе в глотку, и ты загоришься, как новогодняя елка. Где находится груз? Куда он отправляется? Я не буду спрашивать второй раз. Ульянов знает больше. Это он договаривался о поставке. Он в старом городе инспектирует транспорт. Кто покупатель? Ни за что. Он убьет меня. Нет! Сосредоточиться, прочесать все строения. Вайпер, 2Б докладывает. У нас потери. Часовой с западной башни выбыл. Повторяю, периметр нарушен с запада. Судя по ранам, выстрел снайпера с дальней дистанции. Прием. Принял, 2Б. В секторе 4-1 противника не обнаружено. Прием. Ну понятно, что нам нужно делать. Другого варианта нет. Так и думал, что стелс будет. Тут, походу, по-другому вообще никак.
секторе 4-1 противника не обнаружено. Прием. Принято. Сектор чист. Что это было? Может, зверь какой? Пипец просто. Ого. Один все-таки патрулирует. Так, а где второй? Второй, походу, где-то внутри. Ага, отлично. Люди спрятались. Отлично. Так, здесь ситуация не лучше, да? Мне нужно было это сделать. С этим мы бы точно ничего не смогли сделать. Ага, а тут два. Бля. Кто меня палил? Офигенно. Охренеть, кто там так далеко видит? И где те
чуваки. А, который далеко находится. Ага. Вот и все. И нет проблем. Так. Очень такое необычное дополнение, стелсовое и, блин, на любителя. Тут бы нервы тратить, блин, если играть как... Чё за... Цели появились. Грёбаный стелс. Манать его копать просто. Двое. Я вроде отдал приказ убрать с дороги эту ржавую железяку. Мы не... Не что? Не слышали меня по рации? Это значит, вы либо тугие на ухо, либо не выполняете приказы и не держите канал открытым. И вы знаете, каковы последствия в этой организации. Нет, сэр. В смысле, мы не думали, что это приказ нам, сэр. В смысле... Мы же не техники. Я сказал что-то про техников, слизняк. Я сказал всем патрулям в секторе. Вы патрулируете этот сектор? Да, сэр. Тогда я хочу, чтобы вы завели этот драндулет и чтобы вас тут не было через 10 минут. За дело! Да... Он же меня, по-моему, палил, нет? Экстапе. Ага, двое передо мной. Те, которые были в гараже, да? Что это был за шум? Да блин. Блин, ну вы серьезно? И
какой олень меня стрелял. Какой олень? Сколько их там? Да бляха. Трэш просто. Ну, естественно. Вот она как, да? Окей. Трэш просто какой-то. Так. Здесь не приколюх ничего, да? Чего? Снайперское подразделение. Это цель номер один. Я понял. В смысле? Ясно. Так, а куда эти черти отправляются? Все постоянно дело в цене. Удивительно, что это место заброшено. Тут или с ума сойдешь, или застрелишься. Оно не потому заброшено.
еще эвакуация. Я-то имею в виду население, гражданских, которые тут жили, а не научный штат. А, ладно, валяй. Я в архиву закопал. Похоже, что исследователь спецстанции была учреждена войной давно. И все придет в тюрьму. Город процветал. У них даже был парад по случаю образования новых рабочих. В общем, славное было время. Никого не вижу. Пригните голову. Черти. Да ты гонишь. Минус один. Так. В этом вагончике ничего, да? Так, а как нам тогда обойти? Возвращайся к заданию, солдат! Да не ори ты, блин! Я не знаю, как обойти. Может, и знаю, не знаю. Чё за... Да не. Это было бы слишком... Хотя... Ясно. Все вполне логично. Да.
На вид отличное птичье гнездо. Ну, мы знаем, что делать. Ну да, врагов тут куева-тутуева, короче. Угу. Твою мать, уже кто-то палит. Ага. Ты меня, значит, палил. Кто-нибудь видит его? Чё? Блин, вы серьезно? Не вижу его. Офигеть. Так, и еще там какой-то рядом олень. Где нет? Осторожно, я его не вижу. Чё, блин? Кто-нибудь видит его? Я тебя вижу, урод. Блин. Так. И где там последняя олень? Такое чувство, как будто он в здании, что ли. Ладно, спускаться в любом случае придется. Так. Хотя бы так. И то хорошо. База. Не, все сделано довольно, в принципе, интересно, но как это сделано именно в плане создателей, такое себе, слишком, я бы сказал, наверное, картонно, что ли. Так, где тут черт? Внизу.
Это, мне кажется, он вообще близко, этот идиот. Окей. Какое-то там заражение, как обычно. Ага. Но я его никак не могу убить, да? Видимо, только внутрь заходить. Да уж. Бывает. Ладно, старый добрый пистолет нас не подведет, да? Я думаю. Но это мы уже поняли. Внимание! Состав IPF 9902. Это центр. Нам передают, что прорыв обороны был ложной тревогой. Повторяю, ложной тревогой. Вам дан зеленый свет на проезд в город. Текс. Добраться до позиции сигнала GPS. Так, это мы добрались, получается, да? Долгая первая миссия, даже очень, я бы сказал. Похоже, могут быть неприятности. Надо найти высокое место.
Ну да. Тогда придется обойти, да? До высокого места. Ага. Так, а кто тут шныряет-то? Там явно кто-то шныряет, это стопудово. Местечки сделаны прикольно. А-а-а. Нам все равно не дадут просраться, да? Угу. Жестко их там, конечно. Да блять. Чуть не запалили. Да блять. Спрятались, блять, называется. Ага. Вот что за мудак. Меня палит, блядь. Угроза ликвидирована. Чувак, ты читаешь мои мысли, блядь. Они, блядь, в окнах, нахуй. Вижу. Угу. Они что-то тащат, да? Болтают, тащат. А дальние где? Угу. Да блять! Видишь его? Блять, заколебали. Ты никого не видишь, сучка.
Стоп, а где? Еще один чертяга. Что, реально где-то там? Где он? И куда ты побежал? Идиота куска. Капец, я на этого урода, блин, потратил сколько? 4 патрона получается, наверное. Просто пипец. Вот сюда можно было наверх забраться. Но я что-то не захотел. Ну ладно. Просто будем добираться. Может, что-нибудь в зданиях будет. Раз такое дело. Вот в том, наверное. Так, сейчас посмотрим. Закры... А, ну тут трущобы какие-то, да? Совсем. Тогда нет смысла. Тоже какая-то всякая свалка, блин. Да. Зданица какое-то. Ладно, сейчас попробуем. Ой, блин, у меня аж нога затекла. Попробуем, короче, патрончики взять. Может, это первая миссия закончится, закончена будет. Пистолетов, патронов, значит, не было, да? Ну и на том спасибо, окей. Так. Что я не понимаю. Все, что я пока нарыл, указывает на то, что патоген не заразен. Это задумывалось как хирургический скальпель, а не ОМП. Подсунь чуток за ужином и смотри, как царь падает лицом в салат. Такого типа. Да какой в этом интерес для международной террористической организации? Перегонять машины разве не выгоднее? Мне надо выяснить подробности их сделки с учеными, чтобы понять, что к чему. Твою мать! Извини, Диас, придется тебе подождать.
Диас. А где этот? По-моему, я увидел этого ушлепка. Пока. Такс. А, Диас, это, наверное, тот предатель, который это был в первом части снайпера, да? Походу, которого там, по-моему, арестовали. Чего? Караоке какой-то. 1-0-7 Зулу Кила 49-3-15 Оскар Лима. Специальный агент Смит. Код 26-1. Это не номер жетона, а частота. Окей. Вот это чё психуешь, блин? Такс. Где-то там... -2. Ага. И где этот хрен? Далековато ты подсел. Я сначала думал, что он за этим плакатом, а он оказался выше. Ублюдок. Так. 1-0-7 Зулу Кила 49-3-15 Оскар Лима. Текс, хорошо.
1-0-7, Зулу, Кила, 49-3-15, Оскар, Лима. Местное вещание, ах ты сукин сын. Блять, вот он. Отлично. Так. Сигнал сильнее. Сэндмен, Танго, Виски, Сьерра. Прием. Грейхаунд, Фокстрот, Зулу, Сьерра. Это безопасный канал. Что еще за шарады, агент? Необходимые предосторожности. Некоторые старшие оперативники наступали мне на пятки, а потом началось. Виски как снайпер? Отлично. Да, но у меня приказ вытащить тебя оттуда вместе с разведданными. Ответ отрицательный. Разведданные сейчас ничем не помогут. Старшие научные сотрудники договорились с какой-то террористической организацией, и они прибыли за образцами патогена. Если мы не сделаем что-нибудь сейчас, вся операция пойдет на смарку. Хорошо. Какой у нас план? Устранить ключевых деятелей. Добыть образец для тестов, если получится сорвать доставку. Если нет, хотя бы установить маячок на груз, чтобы проследить его до покупателя. Главные фигуры — Невский, Сомович и прежде всего Ульянов, ведущий специалист. Все, что нам нужно знать, мы узнаем у него. Хорошенько посмотри на центр безопасности в 2 километрах к востоку от моего голубиного гнезда. Потом скоординируемся. Андерсон, это будет посложнее, чем Сараево. Если ты тщательно изучил обстановку, на этот раз мы справимся. Конец связи. Ну да, получается вот жестоко. Сибирский удар. Как-то так, да? А, ну тут только продолжить. У этой головоломки три части. Во-первых, Игорь Невский. Инженер, отвечающий за лаборатории и оборудование. Держится особняком, темная лошадка. Во-вторых, Михаил Сомович, эксперт по дисперсии. Маленькая, но важная часть происходящего. Экстраверт, любит выпить, легко управляемый. Он поможет мне пробраться внутрь. И, наконец, туз в колоде. Алексей Ульянов из МГУ. Похоже, ему надоело изображать сторонника режима. И он заключил сделку с террористами. Учитывая, что он, вероятно, бывший КГБшник, как и сам главный, во всем этом есть своя ирония. Что-то еще творится, я чувствую это. Надо продолжать расследование. Ясно. Вот даже как. Грейхаунд почти на месте. Восточное здание и, черт, плохо дело. Да, они выбрали отличное место для магазина. Даже тараканы сбежали из этого постсоветского куска дерьма. Я в нескольких кварталах от тебя. Пока. Ха. Прикольное местечко, на удивление. Я бы сказал. Грейхаунд, задержись, у нас тут живой. Часовой? Ага, он смотрит прямо в твою сторону. Подожди, я с ним разберусь. Он может быть полезен. Выясни у него, где именно находится Невский и Сомович. Лучше знать дорогу, а не идти вслепую. Принято. Ха!
Мне нужно, чтобы ты сказал мне две вещи. Давай начнем с малого. Кивни, если понял. Хорошо. Если ты здесь, значит, где-то на позициях есть еще и снайперы, наблюдающие за всем этим районом, да? Я не знаю, что... Я разрешил тебе говорить? А? Сколько их? Говори... Четверо! Хватит изворачиваться, ублюдок! Где находятся Невский и Сомович? Давай! Сомович в строении А, в лаборатории в восточном крыле! Невский на складах, рядом с фабричным округом! Клянусь! Пожалуйста, не отпускайте меня, прошу вас! Андерсон, какого черта у тебя там происходит? Мне немного не до того! Давай-ка посмотрим. Сэндмен, доложи обстановку. Заботься о своей части плана, умник. Принято. Будь осторожнее, нам только тревоги не хватало. Если они нас заметят, нам кранты. Так. А. Нам даже шевельнуться не дают, да? Окей. Где последний? На крыше чисто. Отлично. Первый этап пройден. Теперь немного подготовительной работы. Я на позицию грузовика, рядом со мной две цели. Подожди, пока они разделятся, а потом шевелись. Целюсь. Готово. Хорошо. Движемся. Гляди на водонапорную башню. Мы не можем продвигаться, пока там этот хмырь. Он мой. Готово. Хорошо. Движемся. Посмотрим. Так, ну что, хорошо. В твою сторону направляется патруль. Один из них отделился. Сними его, когда он уйдет в тень. Ты должен был подождать. Побыстрее убери его. Путь свободен, продвигаемся. Еще один приближается. У меня все в порядке. Можем не ввязываться. Угу. Отвлекись наверх, Сэндмен. Я им займусь. Ага. Объект уничтожен. Грузовик на подходе с юга. На улицах стало много народу. Ага, зря не палить. Давай посмотрим, что будет. Два человека вышли из транспорта. Идет. Веди. Раз. И два. Пока, засранцы. Подтверждаю присутствие трех противников. Два на месте высадки лицом к еще одному около труп. Надо снять их по одному.
Электрогенератор будет отличным отвлекающим маневром. Мои пули прошьют внешнюю обшивку. Я готов. Угу. Это привлекло их внимание. Сними цель около труб. Цель уничтожена. Попадание подтверждаю. Того, который остался на высадке, следующим. Объект уничтожен. Двоих убрали, остался один. Прежде чем он поймет, что это не перебой в питании. Третья цель готова. Сработала как заклинание. Отличный выстрел. Теперь осталось пересечь площадь, и мы на месте. К тебе направляется цель от восточного входа. Сукины дети почуяли что-то, наверное. Они прочесывают территорию. Освободи мне дорогу, делай то, что считаешь нужным, я подстроюсь. Оу. Тут жесткие. Сэндмен. Рано или поздно они возьмут меня за задницу. Готово. Хорошо, твой ход. Черт, я в пути их спугнул. Объект уничтожен. Мне нужно, чтобы ты срочно пробил дыру в их обороне. Я прошел. Пора получить порцию аплодисментов. Окей. Добрался до подвала нужного здания. Парочка С4 на опорах похоронит и Невского, и его телохранителей. Готовься прикрыть меня, как только начнется фейерверк. Дмитрий! Это ты? Чтоб меня! Ты что делаешь? Мы обыскались уже! Эй! Какого черта? Тревога! Грейхаунд, как обстановка? Заварушка началась. Устанавливаю заряды. Нет, сперва эвакуация. Нет времени. Диас! Цель уходит. Грейхаунд, прием! Все чисто, достань Невского! Да еб... Цель уничтожена! Сэндмен, мать твою, нам все еще нужно достать Сомовича! Надо добраться до промышленного района! Я пойду по крышам, встретимся там! Готово, будь осторожен, скоро наверняка появится подкрепление! Поддержка с верхнего ракурса! Не паникуй, я бегу со всех ног!
Да не ори ты, блин. Блять. Не будь интересный. Блять, может ты заткнешься, нет? Снайперы готовы. Неплохо. Это еще не все. Сомович убегает. Я взломаю машину и перехвачу его, а ты быстро занимай позицию. Где, блядь, эту позицию занимать? Здесь, что ли? Окей. Поездочка. Грейхаунд, я почти на месте. А он что-то молчит, да? Сдохни! Черт! Контакт! Что за... Что происходит? Что за глюк? Серьезно? Ладно. Игре виднее, да? Повтор. Ну и поездочка. Грейхаунд, я почти на месте. Все. Больше выкаблучиваться, чувак, не будешь? Оу. Чё? Умелый сукин сын. Диас, к тебе движется несколько целей. Ответь! Целься в Сомовича, живо! Да ёб твою ж мать!
готовая группа целей? Они готовы. Держись, я тебя прикрою. Не будем терять времени. Что за... Быстрее! Да блядь! Не будем терять времени. Да ёб твою... Пипец, блин. Новая группа целей! Они готовы. Держись, я тебя прикрою. Капец. Быстрее! Не будем терять времени. Да ёб твою мать, как это делать? Я понимаю, но их до хера просто. Новая группа целей. Они готовы. Держись, я тебя прикрою. Трындец. Помоги ко мне, Коул. А ты можешь не орать, нет? Вот и все. Пока. Идти можешь? С трудом, но я понял намек и пойду дальше. Я понимаю, что ты уже соскучился по бумажной работе, но ты неплохо справился, напарник. Давай-ка не будем говорить гоп, пока не доберемся до леса. Короткая миссия. Если первая была почти час, мы запаривались. Да, первая она дольше оказалась. Угу. Остается, походу, последняя, и все, да? Ну да, в принципе, как-то так. Диас, я запрошу эвакуацию раненого. Нет. По передаче на дальнюю дистанцию тебя могут обнаружить. Кроме того, они все равно откажут. Знаешь, так... Продолжение. Пустить в расход. Да, если хочешь быть героем второсортного боевика, я предпочитаю, своих не бросаем. Действуй по плану. Найди Ульянова и заставь его говорить. Он крепкий орешек и просто так не расколется. На этот раз придется надавить на больное. У меня есть доказательства того, что дружки его кинули. Это твой лучший козырь. Еще и сталкер, который они использовали как охлаждаемое хранилище. Если какие-нибудь тестовые образцы пережили саботаж, то они именно там. Я разберусь. Будь готов сваливать, как только станет жарко. Да... Вот так-то. Я достиг уровня улицы. Как ты там? Давненько мне не приходилось перевязывать раны. Но жить буду. Доберись до склада в полукилометре к северу от твоего положения. Несколько патрулей обязательно повернут в твою сторону, так что будь осторожнее. Я прикрою тебя. Пока радиомолчание. Поговорим, когда я туда доберусь. Так, отлично. Жесткое местечко.
Да ладно, блин. Какой олень меня обнаружил? Он в укрытии! Следите за ним! Ну и где вы, блядь? Да ладно. Была бы другая игра, я бы уже мог бы там захериться. Вы серьезно? Ну окей. Замечена цель! Так как вы так оббегаете, черти? Ёпарасоте, блин. Вообще полный капец. Сколько там? 7 патронов на снайперку я потратил. Если не больше. Да блин, я просто того черта походу не заметил, блин. Стоп. Закрыто? А, сюда я могу? Клёво, в кавычках. Это типа есть линейность, что ли, не? А нет. Подняться мы все-таки можем. Так. То, что туда, это понятно. Может, какие-нибудь эти можно найти секретики. Я так понимаю, что никаких секретиков мы не найдем, да? Совсем. Ничего нету вообще, да? Вот же жопа. Новый год. Эй. Даже ролик. Добрался до погрузки. Не хочешь объяснить мне, что тут, черт возьми, происходит? Кратко говоря, похоже, что центральное командование решило прикрыть это место. Так что Сомович пошел к ведущему исследователю Ульянову и сказал, что собирается связаться с некой организацией, заинтересованной в дальнейшем развитии проекта. Но он как-то забыл сказать Ульянову, что воспроизвел вирус, сделав так, чтобы тот передавался воздушно-капельным путем. И втайне договорился с этими ребятами, чтобы они убрали старика.
Я уже хотел сказать ему об этом, но внезапно началась заварушка. Что на пленке? Доказательство того, о чем я рассказывал. Покажи ему, а дальше разберись сам. Просто узнай, кто стоит за всем этим. Переговоры — это не самая моя сильная сторона, но я посмотрю, что можно сделать. Так, вот и патрончики, да? Перезаписываемся. Получается. Так. А это к пистолету, что ли? Нет? Да. Не так-то много, но... Только что поступил новый приказ. Выдвигаемся через полчаса. Наконец-то. Меня мурашки по коже от этого места. Ты видел тела? Да. Охренел от встречи. Интересно, что босс собирается делать со всем этим дерьмом. Какая разница, если нам напали? Что ли? А он про шлюх говорил, капец. Воу. Что это было? Где? Вон там. Я видел движение. Это просто крыса. Не дергайся. Командир увидит тебя в таком состоянии. Ты покой. Надо было рискнуть. А, это в другом здании. Окей. Подстрахуемся. И пойдем. Так-с. Замечена цель! Да хера ты орал, придурок. Бляха-муха. Разорались, сука. А что это взять нельзя? Не понял. Глюк, что ли?
Да ладно. Здесь нельзя взять? Матрёшку, да вы гоните. Вестник какой-то. Бля. Печаль. Так, а что тут дальше? Ёпарасоте. Контакт с противником! Да вы гоните, блин! Я на позиции! Нас обнаружили! Да бля... Замечена цель! Да я перезарядиться, блядь! Засёк врагов! Снайпер! Пипец. Какого хрена они вообще сюда бежали? Так. Внутри трэш какой-то. Окей. Воу. Да тут пипец какой-то. Допустим, это так. Чё, блин? Ага, вот они. Внизу еще много бегает, да? Ага. Так, найти и допросить этого Ульянова, да? Ага, вот черта вижу, блин. Только сейчас заметил там снайпера, блин. Пулю не покажут, да? Дальние дорожки. Там и сиди, и ты. И ты тоже. Отлично, я успел.
А если я успел, то это хорошо. О, нет. Регенерация уже не надо. Так. И чё, после допроса Ульянова все что ли? Почти конец? Или как там, сколько, я не пойму. Так. Ладно, посмотрим, погоним. Так. Ага. Какие-то черти появились, да? Трое. Тут внизу, что ли, или где? Что у меня такие подозрения, что он надо мной? Может и нет. Блин, он еще пытался жить. Нифига себе, звук почти этой. Окей. Что, дальше вниз, что ли? Топать. Текс. Прикрой меня, я пойду проверить. Что за... Видишь? Это не могло случиться само по себе. Под огнем! Пытная Варваре. Короче, все поняли. Блин, эта сука прям надо мной. Пипец. Я сначала думал, он в джипе этот засранец.
Так, ну он начальную не хотел брать. Так. Окей. Ага. Так. Водка. И тут что ли враги будут? Вариант тоже нужно рассматривать, что это враги будут. Воу, пипец их там. У нас тут вертушки в воздухе с грузом. Дерьмо, они прикрывают лавочку, а мы вне зоны передачи, не сможем запросить поддержки. Андерсон, все зависит от тебя, нужны ориентировки. Не переживай, здоровяк, мы с Ульяновым приятно побеседуем. Так и думал. Там один чувак. Так. Слава богу, что один. Будем тогда делать, как получится. А, это переговорщик был. Ага. Окей. Окей. Хорошо, что ты там спрятался, чувак. Так. Ага. Там еще кто-то на складе терся. Так. Так и думал. Так и думал, что там чувак будет тереться. Ага, еще там трутся кто-то, да?
4. И 2 там, да? Ага. Хорошо. Там их двое. Это, а где там вторая сволочь? Вторая сволочь, которая прям смотрит. Блин. Твою мать. Обознательный какой. Так, ну тут слишком далеко, по сути. Тогда мне надо спускаться. Не отсюда. Откуда я пришел? Отсюда. Погнали. Все нафиг закрыто, да? Вышку я не собирался. Так. Здесь тоже везде тупики, да? Надо повыше забраться. С кем-то болтает. Ох. А! Они были разделены. Отлично. Получилось. Получилось. Это хорошо. Нормально так у нас получилось посносить. Так, ну что, погнали, наверное? Впечатляющее зрелище, мистер... Смит. Ну да.
Простите, что не пожимаю вам руку, но я несколько связан обстоятельствами. Меня зовут... Алексей Ульянов, главный научный сотрудник сверхсекретной лаборатории «Булгарин», бывший КГБшник. Я тут просматривал ваши бумаги, слушал записи в журнале. По ним не скажешь, что вы человек, способный убить тысячи невинных только ради выгоды. А, вы правы, мистер Смит. Не считая того, что не бывает бывших КГБшников. Я отвечаю за происходящее здесь, и исследования, которые мы проводим, не направлены, никогда не были направлены на массовое поражение. А так что, если ваш главный аргумент — это ничем не подкрепленное обвинение, боюсь, вы умрете зря. Не стоит. Вас продали, и у меня есть доказательства. Значит, все готово? Да, я взломал код старика. Теперь нет ограничений на распространение, он готов к производству. То есть вы сделали его заразным? На все 100%. Я связался с покупателем, и мы договорились. Теперь надо быть осторожнее. Ульянов не должен ничего заподозрить, прежде чем все будет сделано. Пусть думает, что все у него под контролем. Да, да, наш покупатель тоже так считает. Просто не высовывайтесь и будьте спокойны, пока я все не улажу. Все время держите свои образцы отдельно. Значит, Брут все-таки набрался смелости и достал кинжал. Но, Дмитрий, никогда бы не подумал, что это возможно. Агент Сиэру, он полгода выдавал себя за вашего лаборанта. Так, скажите мне, мистер Смит, что теперь будет? Раз уж ваши люди, вероятно, предпочтут посадить меня за решетку, а мое начальство повесит меня на Кремлевской башне... Я бы не отказался от проявления профессиональной этики. Я не убийца, и мне все равно, почему вы переметнулись к противнику. Моя задача проследить, чтобы биооружие не попало не в те руки, а мы оба знаем, что многие попытаются его заполучить. Кто бы ни был покупателем, он уже отбыл с порцией и способен уничтожить большой город. Помогите же нам! Пароль к моим личным документам – Бородин. Если есть какие-то следы этого загадочного человека, возможно, ваши спецы смогут вытащить их из переписки. Обещайте мне, вы найдете человека, который использовал меня, и уничтожите оба вируса. Да? Профессиональная этика. Прием, Сэндмен. Говорит Грейхаунд. Как слышно, прием? Понял. Слышу тебя. С трудом. Погода ухудшается. Ты добился чего-нибудь от Ульянова? Так точно. Информацию о покупателе на флеш-накопителе и ключ шифрования. Он не помнил имя и, думаю, он не врал. Твои записи его серьезно взволновали. Понял вас. Придется работать с тем, что у нас есть. Обыщи танкер, но будь чрезвычайно осторожен. Встретимся, как закончишь. Ясно. Конец связи. Thank you.
О! Как я мог это профукать? Эй! Пистолету, значит, максимум, да? Хо-хо, танкер. Так вот, куда ты ходил? Там, в смысле, вы гоните? Ой, попадешь в этих ебланов. Ты ебар РСП, пипец. Бать, это кто меня так далеко палит? Понятно, снайпер был. Окей. Дружба. Чисто. Высоковато. Да. И сюда.
Ага. Может, здесь что-нибудь интересненькое будет? И здесь ничего нету, да? Вот интересно, квадроциклы указаны, в мультиплеере они, получается, на них можно, наверное, гонять. Я бы не стал, конечно, это все проверять, но... Они ж не просто так сделаны. Хотя тут немного территории, чтобы... кататься. О, кибитка какая-то. Или это машина изображена? Или квадроциклы все-таки? Ой, это тени. Меня так испугали, да? Хм. Очень странно, хотя они изображены. Квадроциклы. Ну, эти гидроциклы, или как их там называют. Так. Ну да, вроде все, теперь можно спокойно идти валить этого идиота, походу. Ясно. Я уж думал, на этот раз наша песенка спета. Пока нет, напарник. У нас еще полно дел. У ребят из лаборатории тоже. Отлично. Вот что я называю успешной операцией, Сэндмен. Кол. Майк? А этот парень, забравший патоген, может официально называться конченым. Она как, да? То есть, получается, это вроде было в оригинале. Вот этот патоген.
Подставили, короче, нас, да? В принципе, неплохо. Не скажу, что прям не было интересно, но все равно дополнение, как дополнение, оно вполне неплохое. Если это пролог к тому злодею, который был, в принципе, в оригинале, то, в принципе, вполне годно. Thank you.
Седьмая игра 13-го, по-моему, года. Вот такие дела. Это всякие программы для нее, по-моему. Как-то так. Ну вот, этот уровень за 45 минут получается. Ну ладно, дорогие друзья, спасибо, что смотрели именно вот это дополнение «Сибирский удар». Мы потом вернемся, в принципе, к оригинальной игре «Снайпер. Призрачный воин 2». Вот. Так что спасибо, в принципе, что кто смотрел. Ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Спасибо, что остаетесь на стримах и видосах Kazoku Family. Мы делаем интересный материал. Иногда трешак, иногда что-то смешное, чтобы тоже как-то разбавить всю эту суету. Так что оставайтесь с нами, дорогие друзья. Всем до новых встреч. А с вами был Kazoku Family. И не прощаемся. До новых игр. Так что всем пока-пока.